Всем привет, дорогие друзья, с вами Артист, и мы начинаем прохождение, возможно, конечно, игры под названием Axiom Verge. Посмотрим, что она из себя представляет. В описании написано, что после несчастного случая в лаборатории ученый просыпается в загадочном чужом мире. Это отдаленная планета, далекое будущее или сложная симуляция виртуальной реальности? Проникните в дебри огромного верноподобного мира, чтобы изучить его тайны и понять свою роль в нем. Воспользуйтесь многообразием оружия, предметов и способностей с уникальными свойствами и применением. Вам потребуется смекалка, чтобы найти их всех. И так далее. Ладно, поехали. На пробел почему-то. Типа, инвентарь пробел работает. Вы увидите уровень сложный. Будем на нормальный убрать. Тут всего два уровня. Нормальный и сложный. Интересно, почему так? Нью-Мексико, 2005 год. Какая графика. Мне надо что-то нажимать. Видео один. К такому графону я не привык. Трейс, она заряжена и готова. Спасибо, Хаммонг. Активирую импульс. Только бы оно сработало в этот раз. Так, вот за это ученого, как я понимаю, мы будем играть. Сейчас микрофон поправлю чуть-чуть. Вот так, думаю, должно быть лучше слышно. Что-то происходит, что-то мутит ученый. Саунд. Это странно, пучок полностью исказился. Трейс, у нас проблемы. Что это за звук? Бабахнуло что-то. Я так понимаю, это из эксперимента. Все здание обрушилось на меня, и я знал, что это конец. Моя жизнь, мои цели, все тщетно. Но если бы это действительно был конец, я бы просто умер. И что ж, давайте просто скажем, что все было совсем по-другому. Что так быстро прошло? Скипнули. Опа. Начинается игра. Это из какого яйца я тут вылез? Трейс. Проснись, Трейс. Ага, так просто. Ох, что случилось? Тип наподобие Андертейл. Трейс, здесь есть оружие в следующей комнате. Ты должен взять его. Кто со мной разговаривает? Подожди, что происходит? Где ты? Так, меня зовут Трейс. Привет. Где я? А, как бегать? ВСД не работает. Ага. А. Ой, чё? Нифига не понял. Вверх, чтобы сохранить игру? Такс. Угу. Побежали. Если я сюда спрыгну, я умру. Так, пока рисковать не буду. Как взаимодействовать? Что это такое? Разрушители Axiom. Высокотехнологичное биомеханоидное оружие. Использовать F. Look at the position. Использовать F. Это и есть то оружие, о котором говорила леди? Или я просто придумала ее? Прости, я очень слаба. Ты должен идти быстрее. Пока. Пока он не нашел тебя. Пока кто не нашел меня? Что происходит? Видимо, она снова пропала. Как оружием пользоваться? Так, двойного прыжка здесь нет. Так, E, Q. О, F. А что, я могу ломать что-то? Так, не понимаю, что происходит. А вниз ты можешь оружие? А я ж не допрыгнул. А как? А, в смысле? Так сразу бы так сказали. Я думал, я умру здесь. А тут вон как все просто. Так, хоп, сохранить игру.
Игра сохранена, полетели дальше. Типа, без этого оружия я бы сюда не пробрался. Ладно, поехали. Блин, я до сих пор боюсь. Опа. Какое неудобное управление. Ну, непривычное, наверное, скорее всего, больше. Нежели неудобное. Короче, с какого выстрела умираете? Окей. Такс. Угу. В смысле, что я запрыгнуть не могу? Удерживать так понял? А, ну да, выше прыгает. Погнали сюда сходим. Так, это я не могу разводить. И погнали назад. Заберемся повыше. Ой, блин. Чуть обломчик не случился. Слушайте, я тут подумал. Я ж могу прям по этим фигням залазить. Нормально. А, блин. Ладно, так пробегусь. Но, в принципе, и рабочая идея сейчас. Да. Еще и сам пролетел все. Так, здесь закрыто. Открыто. Нашел проход. Минус один сразу. Что там происходит? Окей. Это еще что за фигня? Они типа возрождаются? Улей какой-то, ну типа. Ой, а чё он застановился? Он загрелся на меня? Мне не нравятся эти фильмы. Они чем-то стреляются. Ух, может залезешь? Ладно. Блин, я хотел сразу через две перепрыгнуть. В общем, мне такие игры не очень нравятся, поэтому, скорее всего, это просто обзор будет. Музон нормальный. Что случилось?
Но первый выстрел выпускает большой снаряд, повторный выстрел взрывает выпущенный снаряд. Ага. Давай двойку возьмем. Чё? А, я понял. Выбираем типа на второе оружие. Эти бесконечные. Ууу. Ничего так. А, я понял, куда это надо. Это надо вот к той верхней штуке. Вот сюда. Алло. А, блин, стою туплю. Он типа так тоже стреляет. Они не стреляют. Так, чувствую. С этим будет проще. Гораздо причем. Побыстренько раздамажили, взяли второй снаряд. Опа. Давай, давай, давай. Красиво. Так, а у меня сверху... Блин, это я случайно. Угу. Петя, да, залезь обратно. А там что-то новенькое, босс какой-то. Воу-воу-воу-воу-воу-воу, тихо-тихо-тихо. Нифига себе. Давай, иди видео. Чё, какие жесткие. Ооо, это ж насколько далеко-то. Я в натуре, блин. Может, все так и должно было произойти? Ну вот, это безумие, я умер. Я все еще я. А, класс, а оружие у меня осталось. На этом хоть спасибо. А чё как Марио нельзя? Да, проползать хорошо. Ой, начинается. Скалолазание. Я сегодня прилезу куда-нибудь. Так, окей. Что с этими лопухами делать? С этим понятно. Это раздамаживаем, так? Там до второго долетает? Блин, идите нафиг. Помрите, черти. Они там помирают, нет?
такое чувство, что нет. О, главаря убил. Чу. Нормас. Но слишком долго почему-то. Так, дальше бежим. Опять проблемка у нас, так что. Готовы, ребята. И зачем я сюда бежал? Хороший вопрос. Вот здесь что? Что мне стремится? Так, я не понял. Я прибежал в тупик. Ладно. Что дальше? Опять сраные шмели. А, ты все ж... О, нифига ты меткий. Лизита. У меня уже пальцы встал. Это что было? Есть еще проходы какие-то? Я здесь был? По-моему, я здесь не был. Или был? А, нет, точно не был. Это еще что за чучело? Оу! Фига себе он у меня. Так, все, да. Блин, я ж забываю сохраняться. Ну не, я их не буду проходить. Верха. Так, побежали вперед. Вот, идите нафиг. Пошел ты в баню. Что, повыше стрелять не умеется? Так, мне жестки с этих кулит падают. Ага. Все, померли. А мне наверх. Он там типа как-то рисуется. Попытай котел будет. И где жизнь? Так. Ага.
Да блин. Я тупо прям под пулю к нему лез. Он пускает, мне надо не двигаться стоит, это что было. А я прям к нему лезу. Типа. А как? Чуть такое. Что дальше? Ладно, окей. Ну долетишь ты. Где я здесь еще не был? Походу везде. Ну да. Ладно. Так. Ориентируемся на карту сверху. Опять эти волны заспавнились. Ну сколько можно, а? Опа. Здоровится. Ага. Ты тоже помирай давай. Есть еще проходы. Да, не сказать ничего. Спасибо за сохранение игры. Но слева мы нашли пушку, значит там ничего нет. Но здесь я ничего не вижу. Сюда они бегали, да? Или бегали? Это можно сломать? Чуть за комната. Это камушки выглядят подозрительно. Но они не ломаются. Дальше вот здесь был. По-моему, был. А, нет, не был. Это что такое? Воу. А, ты же иди нафиг. Я думал, он одноразовый. Я чё, к боссу иду? Без хп, да? Угу. Не густо, на самом деле. Давайте вот сюда сходим, посмотрим. А, здесь сохрани. А как я так быстро дошел? Ну-ка, сохрани игру. О, фулл хп. Я за сохранение фулл хп. Ну, поехали.
Черт, я в ловушке. Деба. Ух ты, эй, ты можешь говорить? Слушай, я потерялся и... Деба, а ты говорит убить. Ого, нифига. Тихо. А, странные кубики меня спасают. Ой, это что за импульсники? Иди нафиг своим взрывчаткам. Где у него хпшка? Ага. Ой. Тихо. Опять? Да иди в жопу, чувак. Чего ему меня касаться? Можно было не так. Ага. Ой, как на то не хватает. Ой, как опасно. Опять за свое говно взялся. Умирай, чувачок, просто умри. Да сколько? Где у него ХП есть? Началось. Да нет. Сколько? А, он так. Я понял. Сдохну, пожалуйста. Сколько у этого черта хп? Все, да, погнали. Поехали. Да. Тупо красавчик, Саня. Артист красавчик. Просрал уже батарейку свою. Все, давай. Знакомо. А сейчас-то как? Ой. Началось. Иди в жопу. Ага. Опа. Блин, мне его трогать нельзя. И опять лоу хп. Сколько у него здоровья? Так, здесь кого хотя бы не потерять. Ну, я думаю, стандартным пулеметом можно убить. Вполне. Давай, демон. Опарыш. Иди сюда. Ага.
Короче, надо просто позицию до стены. Ой, ваш себе. Ай, попало. Ой, чувак, иди в баню. Опять попал. Я уж шмыгаюсь как могу просто. Да! Она не могла чуть раньше взорваться? Фу. Какой же он бессмертный. Окей, без паники. Давай, давай, пустая локация. Села батарейка. Все, хана. Ага, поймал. Ой. Что за звуки? Он лохуповый? Скажите мне да. Пожалуйста. Ой, ой. И? Нормально живем. Да, блин. Сдохни. Да сколько можно? Короче, как он первый стреляет в одну сторону, 15 раз туда будет. Ой, хорош. А чё ты ныкаешься-то, тварь? Вот это я сейчас заложил. Да, что ж такое-то? Где его? Дайте хп. Да дайте хпшку. Мне не дали хпшку. Сколько у него хп? Давай уже, давай. Ебел, блин. Вот, хедшотик мне уже прилетел. Пошел ты в баню. Давай, свали, пили пути. Не успел, не успел. Угу.
Где отдыхать, блин? Опарышка. Нет. Ой-ой-ой. Я опять на лоу хп играю. Если я сейчас не затащу, я все и заканчиваю. Ой, тихо. Да прыгни ты повыше. Ага. Тихо-тихо. Вот урод же. Все, я больше не могу. Я хз, сколько у него хп там? Я тупо играю на нервы. У меня нет столько нервов. В общем, вы поняли, что за игрушка. Кому нравится, можете поиграть. Вот и гейм купить, это не реклама. Короче, с вами был Артист. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Нравится, не нравится, пройти ли мне этого босса на отдельный видосик. Ну да. Всем удачи, всем пока.